Всем привет, с вами Доскос, и мы начинаем новую серию на том же месте, где и закончили предыдущую. Здесь у нас небольшой презент остался от собачек. Кто решил здесь устроить ночлег, непонятно. Какой-то идиот рядом с логовом собак, с такими пещерами. Ну что ж, посмотрим, здесь должны быть хорошие пушки. Пушки действительно неплохие. Возьмем все. Возьмем все, если что, выкинем. Всегда можно выкинуть что-нибудь. Поэтому я не отказываюсь. Так. Здесь у нас какое-то показывает наличие денег на карте, но я ничего не вижу. В другой конец карты нам предлагается бежать, но давайте посмотрим, что же у нас по другим заданиям. Чуть ближе. И... не то опять. Вот это плодородное семя. И здесь тоже чуть ближе. Давайте плодородное семя сделаем. Опа! Как Тарзан прямо спрыгнули с ветки и помчались вдаль. У нас здесь еще один индивид. Почему птица-пулемет? Дракоша, вставай! Дракоша! Хватит отдыхать. Нехорошо посреди рабочего дня полетного отдыхать. Ладно, сдох так сдох, имеешь право отдохнуть. О! Плюющиеся тварюги. Они меня бесят. Чуть ли не больше, чем прыгающие. Хотя прыгающие мощнее атакуют. Ну, это смотря какой у вас щит. Какой у вас щиток в инвентаре, те и опаснее. Есть, конечно, те, которые защищают от огня, от токсинов или от чего-то еще. Есть, которые от физического, конечно, больше. Так, идем. Смотрим, что здесь. Что-то вроде есть. Куда-то может забраться. Но нет, что-то ничего. Для чего-то здесь это все-таки стоит, я думаю. Еще одна семейка. Задолбали, гады, отвалить от меня. Нет, здесь, пожалуй, нужен дробовик все-таки. У меня есть что-нибудь хорошее? Дробовик. Ладно, возьмем, пожалуй, его, попробуем. Такой просто ураганный вид у него. Как куска металлолома прям. Но чувствуется, что он создан для того, чтобы убивать. Убивать все и вся на своем пути, независимо от того, чем оно является, чем является цель или кем. Так, нас посылают вперед. Мы должны собрать 8 семян. Ну и мы их соберем. Без вопросов, без лишних. Главное не пропустить ничего. Воу! Воу! Большой, большой песик! Ой-ой-ой-ой-ой-кин! Что ж такое? Что-то дикое творится. Не работает дробовик. А может и работает. Ой, 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 ой. Нет, нет, нет. Борюсь за свою жизнь. Я не могу просто так умереть. Да, я сделал это. Я убил тварюк и восстановил себе право на жизнь. Новый уровень, отлично, это очень кстати. Блин, сколько вас реально что-то повылезали. Здесь нужно было использовать турель, но я про нее, как всегда, забыл. В пылу схватки. Поэтому я и считаю ее довольно бесполезной. Потому что я забываю про ее существование в таком кипише. Фух. Вот это типуш. Чуть было не откинул копыта. Впервые. В ц
цикле. Ну, это было бы простительно, я думаю. Ну, хотя бы так, замочи хотя бы кого-нибудь. Ну, давай, добивай. Сейчас меня убьют. Мне это тоже нравится, но я как-то ее выпускаю все время из вида. Ладно, патроны. Что ж, идем дальше. Мы видим впереди какое-то дикое строение. Нет свободного места. Отлично. Нет, так нет. Что у нас там есть? Снайперская винтовка. Ну, погодите, а у нас есть еще одна снайперская винтовка. Отлично, выбросить. А здесь у нас... Что-то у нас, что-то у нас, что-то у нас. Ну ладно, ничего не будем перекладывать. Наверное. Пускай так все оно и будет пока что. У нас заканчиваются патроны, к слову. И это неожиданно. Я только сейчас посмотрел на показатель. Ладно, используем снайперку еще раз. Потому что... Куда нам идти-то? А, вот сюда нам надо. Для начала. Для самого начала. Першит в горле просто дичайшее. А, нам надо вот оттуда запрыгивать, я вспомнил. Кое-как еле вспомнил. Запрыгиваем с этого уступа. Сейчас будет акробатический этюд. Отлично, допрыгнули. Где следующая цель? И обратно допрыгнули. Так, здесь вниз. Опять обратной дороги нам не остается. Дорога вперед полна сражений. Так, ладно, придется драться насмерть. Я просто ничего не вижу за вспышками винтовки. Отгоняем их рукопашным оружием по возможности. Оно довольно неплохо бьет. Так. Надо было перезарядиться перед тем, как я начал по ним стрелять. Собаки мощные. Прокачанные просто. Стероидные собачки. Мочим. Всех положили. Надеюсь, всех. Насколько я понял. Что еще мне нравится в этой игре, это герой после схватки перезаряжается автоматически на протяжении после какого-то промежутка времени. Не сразу же там он полезет перезаряжаться, а через несколько секунд. Чтобы комп убедился, перестраховался, что схватка действительно окончена. У вас есть время на перезарядку. Что у нас здесь? Видимо, ничего. Ой-ой-ой, вот эта собака мне действительно не нравится. Изы, Дианус. Дьяволы. Дьяволы нас преследуют, демоны. Так, ну хватило бы мне патронов на это. Фух. Отлично. Чисто сработано, как всегда. Не придерешься. И патроны в ноль. Патроны в ноль. Берем. Что? Вы не вошли в систему? А, ну не на ту нажал. А, берем СМГшку. И будем мочить всех с ней. Она тоже неплоха. Сейчас опять повылезают собаки, наверное. Так, здесь патроны. Семечко. Собираем семечки, как настоящие гопари. О, пещера. И что у нас тут? Что-то светится. А еще семечко. А там собачки. Придется их как-то усмирить.
Нет, на ближнем, точнее, на дальнем расстоянии они... СМГшка это не катит меня. Так что придется в ближнем бою разбираться со всеми. Зато как-то наносит критический урон. Вот что меня добивает в этих плюющихся скотинах, то что они отбегают от вас. Если у вас оружие ближнего боя такие, как дробовик, пистолет, либо вот такая вот СМГшка, то вы вынуждены бежать за ними следом. И сохранять какую-то дистанцию, приемлемую для стрельбы из такого вот оружия довольно ближнего боя. Так, собираем все, что здесь наш найдем. Здесь кусты, через которые можно, как ни странно, пройти. Они выглядят как какой-то непреодолимый барьер. Так, еще. Главное критических понабивать. Это сразу снимает очень много здоровья. А вот просто так мочить. А! Блин, опять придется эту фигню. Отвалите от меня. Господи боже. Где же живые твари? Ну все, мне кранты. Мне кранты, здоровье понты. А, давай. Последняя закусь осталась. Нужно допить. Есть. Есть. Буквально каких-то там 2 хп. Или что-то около того выкарабкались. И остались на этом свете. Прикольно было бы, если бы пришлось переться через всю карту. Так, у нас здесь потайной такой сундучок. Нормальный дробаш и хорошая снайперская винтовочка. Тогда сделаем так, выкинем наше ужасное ружье, которое ужасное по состоянию, как я уже убедился. И дамские пальчики. Пистолет хоть и классно выглядит, такой малиновый. Прям как Барак Обама. Но мы его тоже выкинем. Это нам поможет. Давайте возьмем в руки. Наш Матадор. Матадор. Ага, уровень 13. А мы какого уровня? Небось, какой-нибудь 5-го, 6-го. А здесь уровень 10 необходим. А мы уровня 8. Ну что ж, до этих матадоров и винтовок нам еще далеко. Постараемся выжить без них. Так, ладно, сделаем это задание, закончим серию. Я думаю, мы уложимся. Надеюсь, по крайней мере, на это. Идем в этом направлении. Больше идти некуда. Слава богу, здесь не заплутаешь. Хотя исследовать, конечно, тоже интересно этот мир. Но вне сюжета его исследовать не будешь. Здесь все по сюжету. Хотя это не минус. Не минус никакой. Вам все равно будет интересно. Так, кладем на лопатки этих товарищей. Как же вы меня задолбали. Овцы. Оп. Оп. И тигры у ног моих сели. Да. О, не все тигры сели. Как всегда, неожиданно выбегает из-за угла еще братва собачья. Гангстеры четырехлапы. Гав-гав гангстеры. Оп. Промахнулся. Я прям дрессировщик. Урон, темп стрельбы. Нет, плохой темп стрельбы. Брать не будем. У тебя плохой темп стрельбы, ты не годишься ни на что. А, здесь какое-то освещение чуть-чуть есть, это радует. Иначе бы совсем мрак был бы. Все. Разобрались, по-моему, со всеми уже. Надеюсь, никто больше не вылезет. В наглую просто. Предпоследняя семечка. Ну, идти вперед осталось только. Подняться на пару метров ввысь. Собрать еще пару патрончиков. И вот так вот все.
Бежим быстренько, 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 не замечая опасности, которая там встает впереди. А они по-любому стоят. Стреляем в попу, но ему пофигу. На свою попу. Ну где же критический урон? Ага, вот эта плюющаяся тварюга. Давай иди сюда. Так. Иди ты в одно место, которое тебе не понравится. Так, так, вроде никого больше нет. Вот и все. Рассвет, мы собрали. Мы собрали все семена. И нам, к счастью, не придется идти обратным путем, потому что разработчики вежливо предоставили нам выход вот такой вот запасной. Что у нас здесь? Большая емкость. Пожалуй, нет. За большую емкость я его брать не буду. Здесь у нас что? Липкие гранаты. Зажигательные еще вдобавок. А у нас какой? У нас, небось, какой-нибудь фиговый стоит. Выбросить. Выбросить к чертям. Будем использовать эти липкие гранаты. Ну, вот мы выбрались из логова. Можно, думаю, заканчивать красивым рассветом. С вами был Доскос. Спасибо всем, кто смотрел. Я надеюсь, вам понравилось. Ждем следующей серии. Всем пока.